Нидерланды, Аргентина. Давайте посмотрим предсказание Гуся. Хидинг сделал свой выбор и, конечно, выбрал своих. Все отмечают прогрессивно выстроенную защиту. Мол, пропустили всего 2 мяча. Но я вам скажу, что по-настоящему топ соперников у оранжевых ведь еще не было. Но здесь у них на пути 22-ногий монстр Аргентина с очень умной и светлой головой Лионеля Месси. А он просто великолепен на этом турнире. Хорватия, Бразилия. И что думает Гусь на этот раз? На этом чемпионате забить Бразилии особо не получается. Ну да, корейцы один забили, но когда уже было 4-0, и кудесники мяча позволили себе расслабиться. Ну и кроме всего прочего, в нынешней ситуации бразильцы просто не могут огорчить тяжело больного Пеле.